Ну что ж, пан либо пропал, серия пенальти. И первый будет исполнять Антон Заболотный, номер 9. Кто еще бы, да? Не сомневаюсь, именно на него пал выбор Александра Точилина. И Заболотный, и против Антипина. Смотрим. Кто кого. Разбег, удар. Развел он по углам вратаря Ярославского Шинника. И мяч, и первый гол в этой встрече, хоть и с пенальти, забивают футболисты Сочи. Антон Заболотный, номер 9, ну и в ответ пошел у нас уже капитан Ярославского Шинника. Бывают моменты, когда Эльдар Низамутдинов, к сожалению, не забивает, и смотрим. Низамутдинов против Фролова, 1-0 пока. Впереди у нас гости. Капитан Шинников устанавливает мяч точно на точку. Свисток Павла Шедыханова. И посмотрим, что у нас придумает капитан черно-синих. Удар. И Нойстед. Эльдар Нойстед. Черпаком по центру. Ну, молодец. Хладнокровный парень. Ну, гол, конечно же, очень красивый. На исполнение бил. И буря аплодисментов. Здесь он явно превзошел Заболотного точно. 45-й номер. Иван Миладинович подходит уже к точке. И смотрим, кто в этой серии, кто кого. Болельщики Шинника свистят. Удар! Опять. Ну, в тот же угол, что и Заболотный. Видимо, практикуют они удар. В этот угол ворот, ну, не знаю. И 2-1 у нас гости выходят вперед. Илья Визнович, номер 98. Смотрим. Игрок молодежной сборной России. И берет страж ворот Сочи. Евгений Фролов. Удар с точки Ильи Визновича. Два один впереди. У нас к мячу уже подходит номер 90. Удар перекладина, номер 94. Неплохо. Интрига у нас здесь сохраняется. Душан Лагатор не сумел здесь переиграть, во-первых, себя, наверное. Ну и Визновичу дал шанс. А сейчас капитан Шинник Эльдар Низамутдинов сейчас с Визновичем и разговаривает. Дал шанс и справится Визновичу. Лагатор, и смотрим. Щербаков. Ну, эстетский, тоже эстетский. Развел по углам. Константин поаплодировал и себе в первую очередь. Ну, как бы эта серия бы не затянула нас в ночь. Уж нужно здесь определиться, кто победит, и не нужно ничего здесь дальше придумывать. Удар, 17 номер, мостовой. Как в теннисе говорят, дьюс, ровно. 3-2 пока у нас впереди, но шанс сейчас сделать ровно у футболистов Ярославского Шинника. Олег Кожемякин, номер 8. Разбег, удар, и все-таки прошил Фролова. И вот дьюс, ровно, 3-3. Уж на тонкого здесь Олег играл, но вот тоже встал в правый угол от ворот соперника бить игроки. Никита Бурмистров. В далеком 2008
выступал за Шинник. Бережно устанавливает мяч и готов с левой ноги. Нанесет удар поворотом Станислава Антипина. Антипин, реагируй! Ох ты! Ну, смотрите-ка. От штанги. Антипин был рядом. Знаете, даже немножко показалось, что мячик-то и чиркнул перчатки вратаря на ярославцев. Да, немножко показалось, что чиркнул и потом угодил в штангу. И от штанги летел в ворота. Пухов. Тимур Пухов. Номер 11, вышедший на замену под занавес матча основного времени. Игроки решили все-таки побаловать болельщиков. И Пухов, разбег солидный, большой. Разыграл он вратаря Евгения Фролова. И опять равный счет. 4-4. Излюбленный угол левый, да? Если смотреть с точки, бить поворотом. И еще один игрок Сочи подходит к точке. Это номер 77-й. Дмитрий Полос. Самый дорогой игрок в составе сочинского клуба. Ну, по данным Трансфермаркет Д, состав оценивается 4 миллиона евро. Удар! И Антипин тащит! А за это можно желтую карточку, наверное, получить. Но нет. Павел Шедыханов, при котором в последних матчах Шинник пока не проигрывал, становится фартовым. Сейвы вратарей мы уже видели, перекладину увидели. Штангу мы уже видели. Ну, смотрите, действительно, серия пенальти пока самая сладкая. Ну что ж. Удар! И Шинник выходит в следующую стадию Кубка России по футболу. Иван Олейников приносит победу черно-синим. Ну а Сочи отправляется домой, весело нахлебавшись. Итак, смотрим. Этот последний удар ярославцев. Иван Олейников. Все тот же вправо от вратаря угол. И поздравляем мы черно-синих с победой. И давайте взглянем, как у нас проходит матч в Нижнем Новгороде. А в Нижнем Новгороде матч завершился. Представитель футбольной национальной лиги, одноименный клуб, обыграл Краснодар со счетом 1-0. Отличился на 78-й минуте Ставпец. И Шинник теперь будет играть с Нижним Новгородом. Команды премьер-лиги биты. И клубы ФНЛ будут выявлять сильнейшего по встрече между собой. Ну что ж, на этом наша трансляция закончена. Поздравляем коллектив из Ярославля с победой в серии пенальти со счетом 5-4. Ну и спасибо за те эмоции, которые игроки подарили нам в этой серии. Серии именно пенальти. Потому что основное время, добавочное время, такой яркой игры мы, к сожалению, не видели. Ну что ж, на этом будем прощаться. Из Ярославля работал Сергей Воронин. Всего доброго. Услышимся на стадионе. И ходите на арену и обязательно болейте за своих. Всего доброго, пока.